Урожай винограда сезона 2020 оказался таким же особенным, как и сам год. Так мало винограда у нас не собирали давно. Но зато ягоды очень качественные. Генеральный директор завода «Квинт» Олег Баев подвел итоги года и рассказал о планах предприятия. У виноградарей, как и у всех сельхозников, в этом году многое не получилось. Учитывая погодные условия, учитывая то, что засуха практически, считайте, начиная с весны и заканчивая чуть ли не сегодняшними днями, то в таких погодных условиях, плюс заморозки, которые были до минус 10, минус 11, они повредили. Расчет на урожай, естественно, был уже изначально невысоким. То, что удалось сохранить виноградники, это несомненная удача, отмечает руководитель «Квинта». Риски были высокие, но заморозки и засуху плантации перенесли нормально, а значит, в следующем году они могут дать хороший урожай. Ягоды, которые уже собрали и собирают прямо сейчас, скоро превратятся в напитки. Их можно будет попробовать уже весной следующего года. Вот сейчас мы последние, будем говорить, грозди каберне собираем на Тагор. Конечно же, Пасхи мы постараемся сделать хороший, высококачественный Тагор. Сорта винограда, которые ранее были убраны, они, естественно, из них мы получили хороший, качественный виноматериал. В планах у «Квинта» продолжить развитие как самого завода, так и инфраструктуры сел. «Квинт» – социально ориентированное предприятие. Это рабочие места, строительство дорог и других объектов. Многомиллионные отчисления в бюджет Дубосарского и Каменского районов и страны в целом. За вот эти 5 лет, ну, не полных, 4 года и 8 месяцев, мы уже 2,5 миллиона. И местный бюджет Дубосарский еще 50 миллионов. Да, итого за эти годы 53 миллиона, почти 54 миллиона только Дубосаром и Дубосарским районом. И, конечно же, я вам скажу, что инфраструктура сел требует поддержки, требует помощи. И эти направления у нас постоянно находятся в поле зрения. В следующем году виноградари «Квинта» планируют восстановить объемы производства. Ориентир – 2019 год, когда смогли собрать рекордный урожай. Если, конечно, опять погода не преподнесет сюрпризов.